Замена свечей Lexus AS300H, гибридный, 2014 год. Гибридный мотор 2.5 бензин. Снимаем крышку. Здесь необходимо снять несколько болтов, которые мешают. Что еще нам мешает вон там? Кабели. Они уже не мешают. Вон нам заход. Вот бок этот двинулся. Необходимо снять клипсы. Затем мы уберем в сторону. Начнем раскручивать койл. Это койльный, это на русском. Да, это койль, так и есть. Шестнадцатой буксой раскручиваем свечи. Идет как по маслу. Да, хорошо. У тебя там что-то отвалилось от Lexus. Стас, неси эту. Используем такую инструкцию. Магнит с зажимом. И достаем свечи. Да? Здесь? Не, башка, ты не до конца выкрутила. Может быть, да. Да, вот это сразу пошло. До конца. Да, вот до конца, конечно. Старая свеча, Denso, оригинал. FK 20 HBR8. Иридиум.
можно продать на черном рынке. Последняя свеча. Возвращаем болты на место. Прикручиваем фойль к крышке мотора. Включаем клипсы, электроклипсы. Возвращаем вот эту штуку с проводами на место. Сразу клипсы вернем. Первый цилиндр. Насаживаем шайбочки. Они мелкие. Много силы не надо. Продерживал. Вот и все. Проверяем. Сейчас заводим двигатель, проверяем и закрываем крышку.